Мы катаемся на кроссовой трассе, которая 2 года назад была параллельной гонкой в этапе чемпионата Латвии. Короче, ралли Талси. Очень нарыто, очень грязно. Я приехал, Андис до этого уже походил с лопатой и, в принципе, разрыл большие ямы. Вот, и очень тяжеловато ехать. Вот, ну, я думаю, что мы справимся с этой проблемой. За 7 месяцев первый раз сели за руль автомобиля спортивного. Очень тяжело, очень болят руки. Штурман вообще молчит все это время. Попробовали разные блокировки, попробовали разные ALS. И без него попробовали ездить, и без блокировок пробовали ездить. Что-то пытаемся вспомнить. Мышечная память в норме. Вот пока я ощущаю только проблему в силе. Ее мало. Видно, что то, что поработали 13-м в прошлом году, очень много работ положили, все там есть, все работает. Думаю, на этом году задача хоть бы не потерять ту форму и тот скорость, который был в прошлом году на отдельные моменты.